Что это? Здорово, у вас здесь прям домашний кинотеатр. Смотрите, тут это у нас первые ряды. Año feliz. Happy birthday to you. Да. Давай, открывай. Именинник. Ну-ка. Что там такое? Давай, 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 давай. Чуть не это твой. Видишь, Макси написано. Макси. Чуть Каролина не открыли случайно. У Каролины такая же коробка. Давай, открывай. Вот так рви. Рви бумажку. Ну. Вот так. Что это? Быстрее, быстрее, быстрее. Что это? Макс. М? Ой, осторожно, 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 осторожно. Быстро. Что это такое? М? Знаешь, что это такое? Что это такое? Бахуан. Ты сюда будешь складывать свои машинки? Да. Да? Маленькие, большие, там еще что-то. Полочка. К нам приходила уже соседка. Девочка, подружка. И подарила подарки уже с утра. Подарила Максу вот такую вот машинку. Хорошо, что они не одинаковые попались. Это у нас тоже там Маршал. Вот он только на другой машине. А этот на пожарной машине. Вот она как светится розовым. Поставь, поставь. Вот. Вау. Это на стенку повесить. И будешь включать. Когда ты спать ложишься, будешь включать. Такое. Упала? Значит, просто поставь на тумбочку. Я потом повешу на стену, ладно? Чтобы пить. Тоже все. Дай Каролине конфетку. Что здесь написано? Это Чейз. Да. На. Папе, дай, папа открывать будет. Вау. Каролина будет играть с этой собачкой, да? Мама, Каролина будет девочкой играть. Мама. Давай, помогай. А это кто? Ну-ка, дай посмотрю, как зовут. Зума. Зума. Ага, это пластилин. Это пластилин, который светится в темноте, смотри. Он в темноте светится. Да, да. Что такое? Спасать будет Чейз, да? Кого будет спасать? Вот одна пожарная. И другая, не знаю, что там делает. Я такая там, а я там не дам. Что? Смотри там. Ну, дверцы, крылышки открываться должны. Ты дам ее вот. Вот, видишь, там, крылышки открываются. Так. Привет. Привет. Куда повел ее? Что, заметили, что ты подстриглась? Нет, ученица нет. А одноклассники? Да. Да? Ну, не все. Не все. Ну, потому что она не сильно коротка. В принципе, нет разницы большой. Если бы ты подстриглась как Маргарита, то тогда бы заметила. Нет, не надо, короче, тебе не пойдет, Ксюша. Да. Ку-ку. А вы что здесь сидите в темноте? А, вы фильм смотрите. Круто. У нас здесь домашний кинотеатр, ребят, смотрите. Маргарита здесь лежит, смотрит. Удобно? Да. Здорово. Ой, а что так громко? Ой, пардон. Ну ты дала она. Заходи, Сарочка.
Слышно так? Да. Здорово, у вас здесь прям домашний кинотеатр, смотрите. Тут это у нас первые ряды, самые дорогие. Тут у нас самый последний ряд сидит. Один плюс один. Ну что, мы уже начинаем смотреть новогодние фильмы. Еще бы сюда попкорн, вообще замечательно. Смотрите, почти на всю стену. Это и телевизор. Вот, ребят, смотрите, кто еще не знает, у нас много новеньких на канале. Мы уже показывали как-то этот кубик. Вот такой вот кубик у нас. Портативный проектор, который показывает фильмы, мультфильмы. В общем, на любой поверхности. Можно смотреть на потолке, можно смотреть на стене, можно брать с собой в машину, куда угодно. Да, он работает без интернета. Это очень удобно, брать его с собой, когда особенно куда-то едешь в поездку. Он такой маленький. Да, он очень маленький. Смотрите, вот он у меня в ладошке помещается. Он заряжается, работает он от батарейки. Его можно заряжать так же, как телефон. Зарядки, в принципе, хватает надолго. Вот здесь вот есть колонки маленькие. Смотрите, и мне кажется, очень хороший подарок на Новый год. Так что, ребятки, кому понравился, показывайте родителям. В общем, ребятки, это такой мультикубик. Мы его называем просто кубиком. Вот. В котором более чем 600 мультфильмов. Да, вот так вот. Здесь очень много мультиков. Также на нем очень удобно просматривать мультфильмы, потому что здесь нет рекламы, например, как на YouTube. Если включаешь YouTube, смотришь мультики, постоянно там реклама выскакивает. Здесь рекламы нет. Здесь смотришь от начала до конца. Так что мы им очень довольны. Очень многие у нас спрашивали про этот кубик. И я могу сказать, что мы пользуемся уже почти 6 месяцев, и проблем никаких не было. Детям очень нравится. Да, что там детям? Мы сами-то смотрим с папой. Каждый вечер перед сном мы направляем на потолок и смотрим фильмы. Еще что хотела сказать, что каждому владельцу этого кубика предоставляют 1 год бесплатной подписки. Ну, например, ну, это значит то, что новые серии мультфильмов в нем будут появляться раньше, чем, например, на телевизоре или в интернете. Ну, в общем, вы увидите их самые первые. Этот мультик внутри кубика, смотрите, какие яркие, прям как телевизор. И звук хороший, можно прибавлять. Достаточно громко, чтобы услышать. В общем, если что, ребят, если кому-то понравилось, я ссылочку оставлю в описании. Переходите, посмотрите. И такой вот переносной кубик, который можно смотреть в любой комнате, в любом помещении, в машине, где хочешь. В общем, смотрю в темноте. Вау, круто. Красиво светится розовеньким. Сейчас папа будет собирать. Ну что, собрали полочку? Угу. Ну вот. Да, потом нужно отсортировать все машинки. Маленькие, большие, сюда большие, сюда поменьше. И чтобы они все, да, и чтобы они все лежали в... Это папша. Это она папша. Угу. Это мое. Мама, это же новые. Да. Новые. Эй. Пап-шок. I want you to win. Пап-шок. То есть там... Что, у нас досы todavía? Бедного замучили ребенка. Вот это красота. Все установила? Сейчас девочки будут танцевать. Feliz
deseamos a ti. Cumpleaños, Maximiliano. Que los cumplas feliz. ¡Bravo! Un deseo. Un deseo. Quiero mucho. ¡Sí, nada! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Maxi! ¡Maxi, mira! Я мне кажется, как она выглядит, она. Все, закончилось день рождения. А теперь убирать. Ну да. На то оно и день рождения. Мам, знаешь, еще прошлый... Вот эти не пойму, для чего карточки. Они тут каким-то штрих-кодом. Мам, помнишь еще с прошлого года, какой у нас бардак? Еще хуже было? Да. У Каролины день рождения, по-моему, было. Аура. Что? Аура. А у нас снег пошел, ребят, смотрите. Вон, немножечко. Было весело, но надо теперь убирать. Лера, что вы все игрались? Кто раскидывался этими? Ксюша! Ага. Давай, держи. Лера! Чё? Давай, звонишь. Вот еще один. Четверочка. Лети, лети, четверочка. Завтра последний, ну, не последний. Завтра последний день, учебный день. Ура! Понедельник, день рождения у Каролины. Опять нужно. Потом опять надо убирать. Да. Тортик кушать. Тортик кушать. Вот, потом в среду нам нужно идти к племяннице. В субботу к тете. В общем, следующая неделя 3 дня рождения. Потом Рождество. Новый год. А что Изабелл подарить? Я уже купила. Что? Эту единорожку в яйце. Как у Каролины. Угу. Круто. Потому что ей тоже единороги нравятся. На тему единорогов, да, тематика. Как у Каролины. Угу. Поэтому я купила ей тоже такую игрушку. Ну, у Каролины есть. Единорожка в яйце. Да, у Каролины есть. Пупси. А что там в такой? Косметика, как у Маргариты. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maximilian. Happy birthday to you. Happy birthday. Сначала выдохни, да. Happy birthday to you. Что, ложись. Ой, какой-то здесь такой красный свет. Интересно, камера передает. На самом деле в комнате вообще нет такого цвета красного. Это вот от этого единорога. Прикольно так светится. Все? Еще и поняшка светится. Ты прям вся в лампочках. И тут облачко. Ну что? Мы будем отдыхать. Мы будем отдыхать. Не надо, это сильно яркий свет. Мы будем отдыхать уже. Закончился наш день. Всем, ребятки, хочу сказать спасибо за ваши поздравления. Очень много комментариев. Спасибо вам огромное. Очень приятно, что Макса так поздравляли. Мы будем отдыхать. Все сегодня устали. Все. Всем пока-пока. И увидимся в следующем видео. Всем пока.